Вставай, посмотри, как мало осталось твоих в этом частном стороне. Дед, вставай, через десятки годков, что за лица увидит мои правы на деревянного мая? Кем они будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь, ведь я твоя честь, ведь я твоя кровь, ведь я твоя память. Дед, я знаю, ты видишь, мы втроем, здесь твой прав с красавицей дочкой. И когда я уйду, стану внуки его, поэтому так надо и точно. Здравствуйте, граждане Великой России! Здравствуйте, участники всероссийской акции «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Она стартовала в городе Томске в 2012 году. В 2013 году к «Бессмертному полку» присоединились 120 городов и населенных пунктов России. И на сегодняшний день акцию поддерживают уже десятки регионов нашей страны и наше родное Коломыцевское сельское поселение. И будет день с улыбками слезами, утихнет бой, пойдем, смерти нет. Они всегда в строю, навеки с нами, в одном строю идут и внук, и дед. Мы пришли сюда, чтобы пронести портреты наших прадедов, дедов и отцов, для того, чтобы каждый из них прошествовал рядом с нами, в одном полку. Вот они, кто в годы войны защищал Родину от врага, ковал оружие победы на заводах. Они должны пройти победным строем. Слава героям Великой Победы! Все те, кому дорога память о фронтовиках-победителях, все те, чьи отцы, деды, прадеды воевали в Великой войне, все те, чьи близкие и родные погибали на фронтах этой страшной войны, и уже нет с нами, но они до сих пор остаются с нами в одном строю, непобежденные, непокоренные. Бессмертным солдатам Великой Отечественной войны посвящается. Внимание! Колонна шествия бессмертного полка шагом марш! Память! Память! За собою позови те тревожные далекие дни. Ты героев ушедших сейчас оживи, а живущими ныне юность верни. Память! Память, ты можешь, ты должна стрелки на мгновение повернуть. Мы хотим не просто вспомнить имена, мы хотим в глаза им заглянуть. По улице идут колонны бессмертного полка. Это наследующая нация память. Тех ветеранов, которых уже нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. Участники бессмертного полка, фронтовики, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, жители оккупированных деревень и городов, к счастью, и сейчас с нами. Это скромные люди, которые и не думали, что в годы войны совершали подвиг. Это люди, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стойкости, самого утверждения. Именно им мы благодарны своей жизнью, им, фронтовикам. Бессмертный полк опять в строю, участвует в торжественном параде. Портреты победителей несут, бессмертие представлено к награде. В поблекших снимках разных лет видна война, эпоха лихолетия, грудь в орденах, за множество побед, за мир в стране, за многие столетия. По площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шел на вражеские дзоты. Победным громом салюта вашу честь бессмертной памяти людской остались. Святой была фашистам ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили в битве жизнь свою и уходили в вечность, вы до срока. Память о ветеранах, ушедших от нас, не должна предаваться забвению. И бессмертный полк Коломыцевского сельского поселения – яркое тому подтверждение.
И пусть ежегодно в центре нашего поселения, как символ нетленности памяти людской, парадными колоннами идут вечно живые участники войны. И пусть ежегодно летят в праздничное небо воздушные шары, как майский салют в честь наших дедов и прадедов. К мемориалу в честь памяти участников Великой Отечественной войны шагом марш! Наше население. И неважно, нет,
со второго ряда.